В Чеченской республике спецназ МВД и ФСБ ликвидировал трех боевиков, которые прошли подготовку на базах Исламского государства за рубежом. Об этом сообщили в республиканском руководстве. В перестрелке три оперативника были ранены, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, уничтоженные боевики проходили обучение на базах радикальных экстремистов на территории Сирии и участвовали там в совершении терактов.